видел, ребята, просто делюсь своей радостью. Слил полтинничек. Вот. Коротенькое видео просто. Друзья, привет. Только с погреба. Смотрите, еще запотевший. Здесь в районе 50 литров бурбона. Полтора года стояла бочка. Фотки приложу. Не стал там снимать в погребе. Сейчас через вот этот насосик отфильтрую в стеклянные баклажечки. Посмотрим цвет. Я уже пробовал. Хотя это неправильно, но очень захотелось. Вот прям органолептика мне очень понравилась. Но надо, чтобы отдохнуло. Сейчас фильтрану. Разолью вот по большим баклажкам. И посмотрим дальше. Перистатический насос-то пригодился. Сейчас на маленькой скорости потихонечку буду переливать. Видео такое будет вообще ни о чем. А фильтрация, а дегустации попозже будет сразу в Телеграме. Ближайшие, наверное, недельки через две, чтобы отдохнуло. Я думаю, этих бутылок должно хватить. Вот столько уже процедил. Вот такой вот цвет. Бомбический просто. Не знаю, камера передаст, нет. В аромате ваниль, шоколад. Вот прям все как надо. Даже прямо сейчас. Вот еще потный. Вот только-только прилетел. Не стал ждать. Перевозил в этих кегах, очень удобно. В них и переливал. Отфильтровал. Ангелы просто злые. Порядка 6 литров выпили. Вот здесь 20-очки. И вот здесь вот 5,5 литров. Ну, примерно. Да бог с ним, не жалко. Сейчас покажу, какая красота получилась. В бутылке он, конечно, тенноватый. А вот так вот прям песня. Такие вот штаны висят, панталоны. Блин, сказка. Запах реально бомбический. Прям вот все чувствуется. На вкус еще рисковат. Безусловно. Минимум месяц. Дальше будем наблюдать. Пусть стекля отдыхает.